партизан говорит: «Чё, в натуре немцев нету?» «В натуре нету, и меня нету, и тебя нету, а есть одно сплошное глобальное гонево с пунктом «где-то что-то есть», а на самом деле нигде ничего нету». Вот, врубись, мужик, клёво дыка, вообще нигде совсем ничего нету. И тут партизан как врубился, да как прикололся, часа три прикололся, аж вспотел. А потом говорит: «В натуре клёво-то как? Вообще ничего совсем нету, и гадов немцев тоже нету. Надо пойти корешам сказать, а то они в лесу на измене сидят, в город за хлебом они стреваются». Психиатр говорит: «Да нет, парень, тут ты, наверное, не совсем еще врубился, потому что никакого города нету, и хлеба тоже нету, и корешей твоих тоже нету, а есть одно сплошное глобальное гонево, и все на него ведутся, как первоклассники, с пунктом «где-то что-то есть». И партизан говорит: «Не, ну тут я с тобой не согласен. Ну ладно, гадов немцев нету, это даже клево. Ну ладно, корешей нету, ну нет их и нет, в конце концов, нет, ладно. Но где-то же что-то вообще должно быть, ёлы-палы! Где-то что-то вообще всё-таки конкретное должно быть. А то я так вообще не понимаю». Психиатр говорит: «Знаешь что, братан, а ты впишись у нас на недельку, отдохнешь, крышу свою поправишь, а потом ты во все по-нормальному врубишься». «Не, ну ты вообще меня извини, ты, конечно, клевый мужик вообще, но ты меня извини, наверное, потому что я сейчас еще немножко посижу и пойду, пока дизеля еще ходят, а то потом опять в лес по шпалам. Знаешь, какой напряг? Это, хлеба потому что надо купить тоже еще. Так что ты меня извини, я, наверное, сейчас точно пойду». Психиатр говорит: «Нет проблем, чувак. Сейчас вот покурим с Вилянца и пойдешь, куда тебе нужно». И достает с письменного стола уже приколоченный косой. Короче, покурили, а утром еще покурили, а вечером догнались, чайку попили, на гитарках поиграли, песни попели, короче, все ништяк, программа конкретная. А с утра потом еще в палисаднике травы надербанили и замутили молока. И вот так постепенно партизан на дурдоме плотно вписался. А на дурдоме клево! Народ весь по жизни отшибленный, шизофреники худейшие. Весь двор травой засеяли, еще у них где-то поле за Супруновкой, гектара 2,5. И вот они по осени все туда едут на заготовки. И тут партизана опять пробивает, что ему надо в лес. Садится он, короче, на дизель и едет в лес. А в лесу гавайцы ему говорят: «Тебя в натуре только за смертью посылают. Ты пока ходил, а нам американцы гуманитарную тушенку подогнали. А англичане гуманитарную сгущенку подогнали. А голландцы гуманитарную зеленку подогнали. Видишь, как клево быть партизаном. Сидишь, ничего не делаешь, и тебе все помогают. А потом еще наши придут и всех медалями понаграждают».
а может даже орденами. Потому что наши, они по-любому придут. Никуда они не денутся, наши. Я вам точно обещаю. Вот увидите. Придут, короче, наши, придут. Куда они нафиг денутся? Вы посмотрите, придут наши. И все будет шаль. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Иду, курю, а я иду, а я курю, а я иду, а я курю, а я иду. И в ушах звон шелестит зерно, и стоит туман над рекой Невой, над рекой Невой стоит туман, над туман травой стоит туман, над рекой Невой стоит туман, над туман травой па-па-ра-пам. Иду.